Друзья мои, здравствуйте! И с вами очередной выпуск из серии «Кухонный философ». Я надеюсь, вы извините меня, что я сегодня в хирургической пижаме. Так просто получилось, что я записывал другие видео по медицинской тематике, но вот решил дописать и это. А тема у нас сегодня такая – квантовая формула любви. Интересно, да? Начнем. И вот она попросила его: «Скажи мне что-нибудь приятное, или сделай, или покажи». И он ответил ей, написав какую-то формулу. «Что это? Что это такое?» – спросила она. «Это уравнение Дирака. Оно самое красивое из всех в физике, что я знаю. Оно описывает феномен квантовой запутанности, в котором говорится, что если две системы взаимодействуют с друг другом какое-то время, в течение какого-то определенного периода, а затем отдаляются друг от друга, отделяются, мы можем считать их или описывать как две разные системы, но они уже существуют как иная, уникальная система, единая. То, что происходит с одной системой, продолжает влиять и на другую, даже если расстояние между ними мили, миллионы километров и даже световые годы. Это квантовая запутанность или квантовая связь. То же самое происходит и между двумя людьми, которые связываются чем-то. То есть то их связывает, что могут испытать только живые существа. Мы называем это любовью. О, это было красиво, но сложно. А потому я пишу, как это работает, не столь высокопарно, а прямо на пальцах. Вот представьте, что есть пара носков. И если разнести их по отдельности в разные концы Вселенной, а потом надеть один из них, ну, например, на правую ногу, то второй мгновенно, в тот же самый миг, станет левым. Это и есть квантовая запутанность. Вот. Квантовые взаимодействия, они работают куда быстрее скорости света. И для них вообще не важны никакие расстояния. Поэтому, если настоящая любовь вызывает мгновенную ответную реакцию у одного из объектов этой любви на действие другого, даже на большом расстоянии, даже находящегося в полном неведении относительно действий первого, то это значит, что нельзя сделать ничего, ничего нельзя сделать так, чтобы это не отразилось на любимом человеке, если он вам действительно дорог. А потому берегите своих любимых, вы с ними связаны навсегда и влияем друг на друга. С вами был кухонный философ Михаил Шилов. Обязательно подписывайтесь на мой канал на YouTube, кликайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте комментарии свои. Вот. Ну, в общем, короче, не пропадайте. Буду рад вас видеть. Всем пока!